Такую скумбрию вы нигде не купите. Сегодня я приготовлю ее для вас дома. Возьму 1 килограмм замороженной скумбрии, порежу на порционные кусочки. И пока она замороженная, легко удалю из нее внутренние органы. Смотрите, как легко они удаляются. Добавлю 1 чайную ложку сахара и 1 столовую ложку соли, 5 столовых ложек растительного масла и 2 столовые ложки уксуса 9%. Перец черный и душистый. Нарежу лук перьями, кольцами, либо полукольцами. И несколько зубчиков чеснока. Добавлю кориандр и лавровый лист. Перемешаю и отправлю в холодное место на сутки промариноваться. И это безумно вкусно.